14 июля в столице Верхневолжья прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города. Твери исполнилось 889 лет со дня основания. В этом году праздник отмечали под девизом «Мой город, моя семья». Репортаж с места событий. Праздничные мероприятия начались в 11 часов с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Михаилу Тверскому. В мероприятии приняли участие председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев и заместитель главы администрации Твери Людмила Хоменко, представители общественности. Наш любимый город, город Тверь, отмечает свое 889-летие. И, конечно же, в этот день будет в городе проходить огромное количество мероприятий. Задействован практически весь центр. Культурные мероприятия, спортивные, развлекательные, мастер-классы. Я думаю, что каждый житель и гость нашего города найдет для себя что-то по душе. Торжественное открытие Дня города состоялось на Театральной площади. В его рамках были вручены региональные и городские почетные награды. Мы все очень любим наш город, город с богатой историей, город, расположенный на берегах великой русской реки Волги. В нем живут прекрасные люди, в нем живет талантливая молодежь, красивые дети. Мы гордимся нашими историческими традициями. Мы сегодня говорим спасибо всем тем, кто создавал наш город, кто его отстраивал, кто сохранил его исторический центр, кто любит наш город. Приветственный адрес гостям и участникам праздника направил губернатор Тверской области Игорь Рудыня. Дорогие жители Твери, благодарю вас за созидательный труд. Отдельная благодарность нашим воинам, которые проявляют мужество и отвагу в ходе проведения специальной операции, волонтерам и всем тем, кто поддерживает бойцов на передовой. Желаю всем здоровья, добра, благополучия и реализации планов на благо города Твери, Верхневолжья и всей России. Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Рудынин. Почетный гость праздника, Герой России, участник специальной военной операции Иван Хрусталев поздравил тверичан с праздником. Счастья и мирного неба над головой. Праздничная программа проходила на 7 городских площадках, на которых было организовано более 30 мероприятий. Праздник важен для тверичан, потому что мы можем поделиться своей замечательной историей, потому что 889 лет – это солидная дата. В этом году День города приобщен к году семьи, поэтому тоже важно, когда родители и дети смогут одновременно участвовать в различных мероприятиях. Основные мероприятия проходили в Парке Победы на набережных Степана Разина и Афанасия Никитина, на улице Советской, бульваре Радищева, Краснофлотской набережной и в городском саду. Фестиваль современной культуры и спорта «Тверь – молодежная столица». Дневная программа у нас представлена спортивными соревнованиями по волейболу, теннису, настольному теннису, игры ГТО, обязательно семейные старты в год семьи. Проходят соревнования по гребным видам спорта. Первым стартует фестиваль водных видов спорта «Гребля на лодках «Дракон». Примерно 400 участников у нас заявилось. Очень много семейных пар, очень много активностей именно для детей. Я горжусь нашим городом, люблю его. Вижу, как с каждым днем он становится краше, богаче и уютнее. Мы спросили у тверичан, как они отметили День города и что им понравилось больше всего на празднике. Некоторые высказали свои предложения о том, чего бы им хотелось увидеть в следующем году. Много спортивных мероприятий, концерты, всякие площадки вот такие музыкальные. Была ярмарка, было очень интересно, гуляли в городе, ну то есть в Горсаду, в Парке Победы, на Тверской улице. Я рисую, не знаю, наверное, выставку художников. Да, художникам не хватает выставок в нашем городе. Люблю, интересно очень, для молодежи тоже хорошо. Были на лодке, мы поехали вот к старому мосту, и с воды смотрели, было очень много людей, очень масштабно, очень понравилось, очень красиво. Особенно в ночное время, то есть мост горит, еще этот салют, очень красиво, очень круто было. Понравился праздник? Да. Закончилось празднование 889-й годовщины со дня основания Твери праздничным салютом, который озарил все небо областной столицы.